Добрый день, дорогие друзья! С вами снова «Карусель обзоров» от Евгении. Меня еще знают как ВКонтакте, как «Успешная бабушка». Сейчас покажу доход партнерки онлайн или Евгения Самойленко. Я сегодня решила сделать свой очередной обзор на курс «Бизнес на партнерках в интернете за 3 дня». Но именно не просто обзор, а он, обзор этот назрел в плане того, что мне задают очень много вопросов по этому курсу, и я постараюсь, и рассказав в очередной раз о курсе и о результатах, полученных у меня и у учеников на этом курсе, и как раз ответить на вопросы и рассказать об ошибках, которые допускают многие новички. Вот мне пишут сообщениями и начинаются обсуждения. Сейчас все я это по порядочку расскажу. Итак, я перешла в свою группу «Успешная бабушка. Доход партнерки онлайн». Я уже рассказывала о том, что группа у меня была создана до курса, да, были подписчики. Но опять же я повторяю, что у меня, да, я обучалась год назад, и год я уже зарабатываю, но заработки у меня были до курса, значит, Дмитрия Гида, пока я начала внедрять, от 5, ну, до 8, да, я не могла этот порог никак перешагнуть, пробить этот потолок, я уже рассказывала и повторяю еще раз. Вот, значит, все это я создавала. Почему я это показываю? Потому что еще раз вам сейчас расскажу, что у вас будет в курсе. Ну, давайте все-таки я отвечу на вопросы. И потому что мне вот буквально пишут целыми петициями. Вот, значит, у меня одна из, не знаю, подписчица вот такая взялась. Значит, я ее имя закрыла, но дело в том, что она, вот посмотрите сами и подумайте. Вот сейчас то, что она пишет, во-первых, покажу, а во-вторых, то, что, значит, даже фотографии нет, висит собачка. Вот сразу же говорю, какая первая ошибка ее. Она, ну, то, что она пишет само собой, я сейчас все это покажу, но то, что, как же она вот пишет, что я пытаюсь, вот, значит, рекламирую бесплатное что-то в группе, пишу посты, там никакого сдвига нет, бесплатно, нет продаж, большого количества лайков, как вот у вас, и еще вот есть там Галина Ванина, она ее сюда, тоже ей 76 лет, действительно, и мы с ней вот учились, с Ваниной, у Копыленко. Но дело в том, что я ей пишу, а как же вы вообще пытаетесь бизнес начать, если у вас вообще, вот собачка висит, к вам человек зайдет сейчас, и у вас, какие могут быть с вами бизнес вести, что там у вас может быть на страничке человек найти, если он даже вас не видит. Ну вот я читаю, значит, она мне прислала, я новичок, сколько же это надо потратить вам было на все учебы, вот, а пенсии у нас условные и так далее, и вот она что-то купила на Глопарте, я знаю этот курс, ну там люди внедряют, зарабатывают, вот, и боюсь покупать, и как мне теперь осваивать эти партнерки, у меня уже есть сообщество, вот, обращаю внимание, у меня есть сообщество ВКонтакте, в ВК, есть канал на YouTube, она пишет, это ж уже какой плюс человеку, и она опять про эти бесплатные, по бесплатным урокам, вот сама себе, сама и ответила уже, по бесплатным, чушь, ты по бесплатным далеко не уйдешь, и просто поразительный у вас результат, вот она тут, и подумываю бросить эту авантюру с интернетом, что посоветуете? Ну что ж, я ей пишу. Вы сами на свой вопрос ответили, что бесплатно делаете все, а толку нет. И я, и Ваня научились платно. Научились мы, да, у Копыленко год с лишним назад. И в интернете нет просто кнопки. На данный момент я ей отвечаю. Я всего за 790 рублей оплатила рабочий курс, получаю результаты в разы превышающие раньше. Полные новички на нем уже зарабатывают. Зайдите ко мне на страничку, в группу. Есть мои обзоры с результатами. Тем более у вас есть группа, а там работа в группе. Это не лохотрон. Лохотроны я не рассматриваю. На бесплатном далеко не уедешь. Если будете переживать о потраченном вами и другими, то не сдвинетесь с места. И еще я добавила о том, что у нее нет фотографии. Кто с ней будет работать? Вот, друзья, это один из вопросов был. Оформление странички, первая ошибка, то, что хотят на бесплатном, нет, на бесплатном далеко не уедете.
Далее скупаем все подряд. Вот сейчас перейду на свою группу и перехожу на курс. Буду отсюда сейчас кратенько пройдусь по курсу. Отвечаю, скупать все подряд не надо. У нас некоторые еще пишут, купили в чате и вот ждут на полке. Да что же вы ждете и чего же у вас на полке? Это уже одна из главных ошибок новичков. Не надо складировать. Не надо. Надо тут же брать и внедрять. Это вот самая главная ошибка. Мы складируем, все потом. Да когда потом? Надо брать сейчас и делать. И вот сейчас опять кратко пройдусь по курсу. Почему я его рекомендую? Почему на нем люди уже зарабатывают? Сейчас внутри кратенько и опять покажу результаты. Вот, отвечаю на вопрос, почему. Почему потом, значит, сейчас пройдусь. Первый день начинаем группу создавать. Что в самом курсе Дмитрий рассказывает? Ну вот, не буду. Пройдетесь, посмотрите, кто не видел. Кто уже видел эти обзоры мои, знают. Вот сам Дмитрий Кит. Вот здесь на группу заходите. И вот реальные люди, они у нас в чате. Вот реальные те, кто уже купил. Еще раз посмотрите видео. 790 рублей. Да, это все делается ВКонтакте. Еще раз повторяю, с нуля. Несмотря на то, что у меня было, еще у кого-то было уже, мы все равно внедряем. Сейчас внутри начинку покажу. С нуля начинают люди. Почему у них получается? Переходим на начинку курса, как сейчас это говорят, начинка курса, и показываю. У вас будет свой рабочий кабинет всего за 790 рублей. Отвечаю на вопрос. Стоит или не стоит? Стоит, друзья, даже если вы полный новичок. Вы здесь же, в первом шаге, вот показываю кабинет, первый шаг, регистрация в партнерке. Вы в первом шаге, тут же, вот видео, вы регистрируетесь в партнерке, вы попадаете в общий чат, вот чат, где вам помогают. Регистрируетесь в партнерке, вот здесь все в видео. И вы уже становитесь партнером Дмитрия, и у вас своя будет партнерская ссылка. И при внедрении далее всех этих уроков в курсе вы будете продвигать именно этот курс по своей партнерской ссылке. Вот я вам объясняю, почему вам стоит брать, начинать и с нуля делать. Убедитесь, что посмотрели урок, на многие вопросы, вот далее. И я что хочу сказать. Вот сейчас все, это первый урок. И показываю, переходим к обучению. Вот здесь все Дмитрий пишет. Я дам вам все в готовом виде. Вы так быстрее освоите, что и как делается. Настроите, запустите, начнете зарабатывать. Новички, еще раз повторяю, с нуля. Первые деньги сразу окупите вложение. Потому что, еще раз повторяю, у вас будет партнерская ссылка, и вы будете этот же курс продвигать. Далее Дмитрий пишет, вы будете получать 70% с каждой продажи. От приведенных вами людей 15% со всех продаж на втором уровне. Уже от тех людей, кто купил по ссылке и начал продвигать курс. Я вам сейчас это реально покажу, что это такое и как вы будете на пассиве получать. Поэтому выбор тем партнерок, авторов и так далее ждет вас в продвинутом обучении. И это первый шаг. И далее вы переходите по ссылке и начинаете делать. Я не буду дальше открывать уроки. Я вам рассказываю, что во втором уроке. Подготовка площадки продвижения. Вы готовите группу. Новички с нуля полностью. Вот здесь группу с нуля. Без подписчиков. Вот. Уже рассылку подключения приложения Сендлер. Автоворонку в Сендлере, что это такое, вот здесь шаблоны писем, я вот, хотя у меня было, я для себя тоже применила, и всех, у кого даже это было, они все равно его берут и применяют. Вот для новичков вот здесь все с нуля, а я не с нуля, но я это все применяла. Запуск рекламы с помощью друзей. Отвечаю на вопрос, если у меня ничего нет, нет базы. Уже в пятом шаге вы начнете бесплатными методами по курсу Дмитрия все это продвигать. Работа по целевой аудитории, шестой шаг. И вот здесь вы уже можете получить результаты, потому что вы начинаете продвигать, у вас готовы посты, письма, посты. Своей партнерской ссылке.
Все реально, все работает, все сейчас покажу. Седьмой шаг, вы уже подошли к таргетированной рекламе ВКонтакте. Здесь первые ее настройки. И переходите во второй чат после шестого шага. Чат для продвинутых у нас есть, где уже люди далее по рекламе задают вопросы. Работа с постами, реклама в лайв-трансляциях. Здесь снова бесплатные методы продвижения. Так же, как я делаю обзоры, Дмитрий дает свой, а именно видео свое, и люди настраивают, и новички тоже. Вот это с нуля настраивают здесь, и его видео продвигают, опять же, со своей партнерской ссылкой. И десятый шаг – реклама взаимопиарами. Вот они ваши целевые, набор друзей, и вот идут продажи. И одиннадцатый шаг – продолжение обучения, что и как делать дальше. Вот я вам показала и рассказала кратенько, что, почему нужно даже, и нужно, не просто можно, а нужно новичкам. И почему этот курс до сих пор в топе, он как бы в ВКонтакте, да, и вот мне опять спрашивают, задают вопросы, что бизнес на партнерках в интернете за 3 дня сейчас гремит, гремит просто, и, наверное, уже нет смысла. Есть смысл, друзья. Во-первых, почему? Потому что у вас уже будет создана группа и по теме партнерских программ, бизнес свой вы уже начнете, далее будете двигаться. Даже это за 790 рублей, вы уже настройку такую за 790 рублей нигде не получите, везде платные дорогие обучения. Перехожу, показываю снова, я уже показывала, ну показываю, вот открытая группа, что Дмитрий нам здесь посты показывает, наши результаты, вот 15 октября был пост, что пенсионеры открыли новый доход в интернете, действительно, пенсионеры здесь зарабатывают, конечно, не только пенсионеры, вот здесь посмотрите, вот мои отзывы, мои результаты и не только, и новичков, не только не новичков, пожалуйста, открывайте, смотрите, все открыто, 57 тысяч рублей мы заработали прошлую неделю, вот эту неделю Дмитрий опубликует в субботу, здесь и мои результаты в этих 57 тысячах, открываем отзывы о курсе «Бизнес на партнерках за 3 дня». Открываем отзывы о курсе и смотрим. И смотрим все реально. Вот все реально. Последние вот отзывы люди поприходили. 15-11 курс выше всяких похвал. Вот, все реально. Открывайте, смотрите, изучайте. Вот, люди показывают, вот и пассив уже пошел, и все-все-все для вас открыто, можете прежде чем покупать, и я пишу, и рассказываю, и показываю, прежде чем покупать, в обсуждениях многие меня спрашивают, потом обсуждения бывает длятся и 3-4 дня, и неделю, я говорю, да что ж вы уже ждете, уже ж посмотрите, и реальные результаты, и у меня время ж идет. Вот снова можете опять зайти везде, посмотреть и в группу. У Дмитрия есть ссылка на, пожалуйста, и на группу. И везде все это на продающем вот сайте. Можете все опять же посмотреть. Он дает все ссылочки, все рабочее. Изучайте, смотрите и в конце, значит, покажу, значит, еще раз мои результаты. Мои результаты, хорошо, у вас так не будет. Не будет сначала у вас, но дело в том, что я показываю и о пассиве. Вот мои результаты, начиная с 13 и по 16 вчера вечер, именно вечер, 5253. Товарищи, я такую сумму получала за месяц работы до внедрения. В общем, сентябрь у меня получился, да, около 6 тысяч. И вот что получилось у меня только за неделю с 13 по сегодняшнее 17, вот 16 вечер. Вот я вам показала. Но я, главное, еще и показываю. Вот здесь вот идет пассив. Посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у меня пассивов. Это то, о чем Дмитрий рассказывал. Идет второй уровень. Вот. И у новичков уже идет, и у неновичков. И даже если у вас не будет, я разве сказала, что у вас сейчас тут же будет так же, как у меня?
Нет, новички эти будете делать дольше. Но дело в том, что уже в процессе внедрения, еще раз показываю, повторяю, в процессе внедрения у людей, новичков, идет заработок. Объяснила, почему. Все понятно, рассказала, объяснила. И если еще непонятно, спрашивайте снова, пишите. Буду рассказывать, буду показывать, и далее будем работать. Но, повторяю, значит, время идет. Курс сейчас популярен, вся тема популярна и будет еще долго популярна. Снова перейду на курс «Бизнес на партнерках в интернете за 3 дня». Эта тема, она всегда актуальна. Это классика заработка на партнерских программах ВКонтакте. Так что не теряйте время, смотрите, думайте, но недолго. Изучайте, вот такое видео получилось, может быть длинное, но все с реальными разборами, ответами на вопросы.